привет. Всем привет. С вами Илья Голованов и Анастасия Коваленко. Мы были на турнире Moscow Dance Festival. Там забыли снять видео, как обещали. Мы забыли там снять видео на турнире. Ну, потому что мы были слишком увлечены турниром. Там все так быстро развивались события, что да. Нам было не до съемок. Да, там было непонятно, когда начало, когда что. Очень все было суматочно. Да. Ну, в общем, турнир прошел, опять же, очень успешно. Ну как очень успешно? Он прошел. Ну, первый тур. Чуть лучше, чем предыдущий турнир. Ну да, по нашим ощущениям. Ну, и не только по нашим ощущениям. Сколько дней уже подряд. После турнира мы все собирались записать видео, но как-то получалось. Мы слишком были увлечены тренировками. Увлеклись тренировками слишком. Да. Чтобы. Потому что у нас просто через неделю, через две недели получается, после того турнира, а сейчас уже через 4 дня будет опять соревнование. Вот, как бы, чтобы подготовиться чуть-чуть получше. И чтобы танец был. Чуть-чуть получше. Да, сейчас мы идем с тренировки. Да. Ну, чего ты говоришь? Да, просто второй день подряд наши тренера, Наташа, наши любимые Сережа, опрокидывают нас тренировками. Мы пришли таки в понедельник. Готовимся что-то к тренировке, на время смотрим. И Сереж такой берет и уезжает. Ну, мы не поняли этого момента. Да, как мы продолжили тренироваться. Ну, мы, конечно, подрастроились чуть-чуть. А сегодня, нет, Наташа нас не прокинула, настолько Сережа. Да, просто... она нам просто нас на завтра просто перекинула. На завтра перекинула, но она устала, ей домой надо пораньше. Да. Вот. Поэтому мы сегодня сами опять тренировались, но тренировали там. Ну, у нас, в общем, такое предложение поступило. Да? Да. Тренера хотят сделать сборы. Ну как сборы, просто приходить в зал и там тренироваться и все такое. По 5 часов в день, да. Да, по 5 ну, часов как бы, в день. Это вообще идея очень даже хорошая, там УФП, стандарт, латина да. Не надо. Латина пока нам не надо, а потом не надо вообще латину. Ну так вот, и как бы это стоит в районе 8 тысяч, но нам будет отдельный перерасчет, вроде как пообещали. Проблема в том, что как Анастасию Сергеевну отпустят с работы. Да, не. Небольшие проблемы, но я думаю, они все решатся. Я тоже так думаю. А у нас еще намечается событие пятничное кое-какое. Пятничное. Мы будем в карнавальных костюмах вам дадим интервью, очень интересно. Кстати, но я думаю, должно быть интересно. Если парики налезут на наши головы. Ну, мы посмотрим, да, там. Мы пока не будем ничего еще говорить, но должно быть интересно. Дорогие друзья, до пятницы. Да, мы еще... В общем, дорогие друзья, до пятницы. До пятницы. Пока-пока. Пока.